тот день Мария вернулась с работы позже обычного. Что, дождик пошел? Не промокла? Нет, не промокла. Мария Богданова, 25 лет, искусствовед, не замужем. Там дождик совсем маленький, знаешь, такой первый весенний дождик. А что так поздно-то? Татьяна Павловна Богданова, 57 лет, пенсионерка, мать Марии, не замужем. Ой, мам, представляешь, у нас в галерее готовится выставка одного очень перспективного художника. Альберт Казанцев. Он такой очень интересный. Машка, у тебя все интересные. Пошли лучше ужинать. Пойдем. Привет, Маш. Привет. У меня билеты в театр есть на субботу. Может, сходим? Сергей Скворцов, 25 лет, водитель, знакомый Марии, не женат. Ну, ты же любишь театр? Люблю. Здравствуйте. Добрый вечер. Чем обязаны? Да вот, хочу Машу в театр пригласить. Говорят, авангардная пьеса. А весь этот новый авангард – сплошная конъюнктура и разрушение искусства. Впрочем, я понимаю. Вы, водитель, не очень в этом разбираетесь. Ну, может, я действительно не очень хорошо разбираюсь. Но у меня знакомые ходили. Им понравилось. Да? А кто у нас знакомый? Искусствоведы? Из автопарка? Мам. А знакомые у меня разные. Сереж, давай мы с тобой лучше завтра об этом поговорим, хорошо? Ну, хорошо, давай завтра. До свидания, Татьяна Павловна. Пока. Мам. Ну ты зачем так? А что такого? Что такого? Взяла и обидела человека вообще ни за что. А чем я его оскорбила? Правдой? И вообще, что этому шоферу от тебя надо? Мам, мне уже 25 лет. Давай я сама начну решать, с кем мне общаться, когда и где. И между прочим, этот шофер, как ты его назвала, он меня очень часто до работы подбрасывает на своей машине. А вот только неизвестно, куда он тебя однажды завезет. Маша, ты совершенно не знаешь людей. Мама! Ведь он же меня просто пригласил в театр. Ну что в этом такого? Машенька, он тебе не пара. Но ведь он даже, наверное, пишет с ошибками. Да какая разница, как он пишет? Ведь он же водитель, а не писатель. Вот именно. Машенька, у тебя все впереди. Ты встретишь своего мужчину. Умного, доброго, тонкого, интеллигентного, как твой папа. Ты знаешь, мама, мне кажется, что тебе сейчас даже такой, как мой папа, бы не понравился. Машенька, я хочу тебе счастья. Да нет, мам, ты хочешь, чтобы я осталась одна? А точнее, с тобой. Мне иногда кажется, что у меня даже ребенка не будет, просто потому, что мне не от кого будет его рожать. Маша! Маш, ну а ужинать? Я живу с мамой, и она шагу мне не дает ступить, понимаете? Контролирует меня во всем. Я не знаю, что мне делать, куда мне ходить, с кем мне общаться. Например, вот Сергей, мой сосед, он недавно въехал в наш дом, и как-то раз так получилось, он предложил подвести меня до работы. Я согласилась, и с тех пор мы общаемся. С ним так хорошо, он очень, очень веселый. С ним легко, и чувствуешь себя так надежно, как с очень-очень хорошим другом. К тому же я чувствую, что я ему нравлюсь. А мама, она нахамила ему, причем только за то, что он водитель. Ну, у каждого возраста свои причуды. Я понимаю, конечно, что все это ужасно утомительно, но не позволять же маме в самом деле мешать вам жить. Ну вот, я тоже так подумала. И на следующий день попыталась извиниться, но, к сожалению, вышло только хуже. Привет. Ну, привет, интеллигенция. А мы шоферюги. Можем только пиво пить да козла забивать. Ты ведь и сама так думаешь? Ну, перестань, пожалуйста. Зачем ты так? Ведь я и моя мама – это два совершенно разных человека. Я не понимаю, с чего ты вдруг сделал такие выводы. Да потому что ты ей даже не возражала. Ну, раз уж ты сам все про меня решил… Маш, подожди. Давай подвезу. Нет уж, спасибо, не надо. А то еще обвинишь меня потом в том, что я использую тебя как своего личного шофера. И знаешь что, это не моя вина в том, что ты не захотел получить высшее образование. Я хотел. Только отец взял и умер. И мне с матерью пришлось младших сестер поднимать. Не до университетов было.
И ведь я действительно не могу возразить маме. Ну, почему же не можете? Можете. Просто не хотите. Тоже, между прочим, имеете право. Я все-таки очень боюсь огорчать маму. Ох, Мария, если бы дети не огорчали родителей, человечество вообще, наверное, вымерло бы. Ну, представьте себе, все совершают одни и те же ошибки. Никто не делает ничего нового, только чтобы родителей не огорчать. Весь следующий день Мария старалась не думать о ссоре с Сергеем. Она была занята подготовкой предстоящей выставки. Машенька, это вам. Ой, спасибо. Я хотел обсудить с вами каталог, но вижу, что немного опоздал. Альберт Казанцев, 30 лет, художник, не женат. Нет, ну что вы, мы, если вы хотите, мы можем вернуться и все обсудить. А, нет, 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 что вы, с таким организатором, как вы, я думаю, что дела подождут до понедельника. А, кстати, что вы делаете сегодня вечером? Да, в общем-то, ничего, а что? Тогда я вас приглашаю. Я вас приглашаю немножечко покушать, немного потанцевать в одном очень модном клубе. Подождите, подождите, но я ведь даже не одета для клуба. Машенька, вы одеты просто потрясающе, поверьте мне. Ваш стиль это последний писк интеллектуальной моды, а своим отказом вы мне разобьете сердце. Ну, хорошо, если только ненадолго. Не надо. Подождите секундочку, мне нужно маме позвонить. Алло, мам? Слушай, у нас в галерее презентации, я задержусь здесь, хорошо? Нет, ужинай без меня, потому что здесь фуршет, и я поем. Ну все, мам, пока, ладно? Я недолго, пока. Строгая мама? Ну так, она просто волнуется очень. Я бы тоже волновался. Ой. Домой Мария вернулась только под утро. Она прекрасно провела время с Альбертом. Мария, может быть, ты скажешь матери, где ты провела всю ночь? Я была в ресторане с Альбертом Казанцевым. Помнишь, я тебе рассказывала, ну, этот художник, чью выставку я готовлю в галерее, помнишь? Он такой замечательный, ты знаешь, он самый лучший, мам. Я не знаю, я никогда таких не встречала, и тебе он тоже обязательно понравится. Типичный, богемный ловелас. Цветочки подарил, да? А знаешь, ты можешь говорить все, что тебе угодно. Потому что мне все равно. Я спать иду. Маша, ну, если ты так хочешь, пригласи его к нам. Ага, чтоб ты снова начала свои фокусы. Даже не мечтай. Уже 2 недели Мария встречалась с Альбертом. В тот день он пригласил ее в свою мастерскую. Ну вот, собственно, здесь я живу, творю. Слушай, это просто потрясающе, правда. Кстати, отличное вино. Спасибо. Друзья недавно прислали. Спасибо. Из Франции. За что пьем? Как за что? За вдохновение, за любовь. И, Машенька, давай за тебя. И за тебя. Ты знаешь, я влюбился в тебя. Просто как мальчишка, я не знаю. Всю жизнь мечтал о такой девушке. Такой умной, красивой, так тонко чувствующей, прекрасной. Господи, я все время думаю только о тебе. Я тоже думаю о тебе, правда. Скоро моя выставка. Я так рад, что ею занимаешься именно ты. Кстати, давай, когда все закончится, рванем вместе куда-нибудь, а? Давай. Ну, во Францию. Ты была когда-нибудь в Париже, а? Нет. Тебе обязательно понравится. Ну, а сегодня останешься у меня? Да. Мария была счастлива. Наконец-то она встретила настоящую любовь. Это была лучшая ночь в моей жизни. Когда мы снова увидимся? Когда захочешь. Ну, уже хочу. Пока. Привет. Привет. Ну что, дождалась долгожданного принца? И кто он, если не секрет? Он художник. Очень-очень перспективный. Ну, он, наверное, понравится твоей матери. Перспективным художником я бы не стал при всем своем желании. Знаешь, я очень хочу, чтобы мы остались с тобой друзьями.
Конечно. Подружка. Ну, пока. Пока. Марии не нравилось, что ее мать Татьяна Павловна постоянно вмешивается в ее отношения с молодыми людьми. Когда сосед Сергей решил пригласить Машу в театр, Татьяна Павловна оскорбила его, посчитав, что простой шофер не пара ее дочери. На следующий день Мария попыталась извиниться за поведение матери, но только усугубила обиду Сергея, упрекнув его в том, что он сам не захотел получить высшее образование. Вскоре за Марией стал ухаживать модный художник Альберт Казанцев. Вот уже месяц Мария и Альберт почти не расставались. Мария надеялась, что после выставки Альберт сделает ей официальное предложение. Слушай, мне уже пора на самом деле. А я тебя не отпущу. Как не отпустишь? Нет. Мне завтра на работу, и переодеваться нужно, и вообще. Слушай, давай уже переезжай ко мне. Просто я раньше ни с кем, кроме мамы, никогда не жила. Ну, рано или поздно надо начинать. Тем более ты уже совсем большая девочка. Слушай, а давай ты придешь к нам в гости познакомиться с моей мамой? Ну, Машуль, ну, такие дела просто так не делаются сразу. Давай знаешь, как сделаем? Закончим с выставкой и пойдем все вместе в какой-нибудь шикарный ресторан. Устроим смотрины по высшему разряду. А пока собирай вещи, я тебя перевезу к себе. Идет? А ты куда собираешься? Ой, мамочка. Мам, слушай, я переезжаю жить к Альберту. Он предложил нам жить вместе. Он сделал тебе предложение? Ну, пока нет. Ну, просто мы, понимаешь, будем жить вместе. Ну, какая разница, в конце концов, у нас любовь, мам. Маша, Маш, послушай, ты не знаешь эту богему. У них сегодня одна любовь, завтра другая. Попользуется тобой и упорхнет куда-нибудь. Мам, да я не понимаю, ну, чего ты хочешь? Значит, раньше ты твердила мне, что Сергей недостаточно утонченный. А теперь что? Ты одна осталась после того, как отец умер. Ты что, хочешь, чтобы я тоже всю свою жизнь одна прожила? Да не умер он. Не умер. Прекрасно живет в Лос-Анджелесе. С законной супругой. Что? То. У нас тоже была большая любовь. Только как только он попал в Америку, почему-то все чувства сразу кончились. Нашел себе богатую невесту и живет там прекрасно. Мам, ты что? Ты хочешь мне сказать, что мой отец был жив все эти годы, и ты молчала? Мам, зачем? Затем. Я не хотела, чтобы ты чувствовала себя брошенной. Вот и придумала эту красивую сказку. Ты хоть понимаешь, что ты сделала? Ты же просто заживо взяла и похоронила человека, мам. Ты в итоге свою жизнь устроить не смогла, а теперь еще и мою поломать хочешь? Нет уж, все, у тебя это не получится, знаешь, потому что я ухожу. А я тебя не пущу. Ага, я уже взрослая. Да? А потом прибежишь, поджав хвост? Я прекрасно понимаю отца, почему он от тебя ушел и не вернулся тогда. Просто ты его достала так же, как и меня. Я просто в шоке. Вы понимаете, мой отец, которого я всю свою жизнь считала умершим, он жив. Он жив. Я просто не знаю, что теперь и думать. Что думать о чем? Об отце, который вас забыл? О матери, которая все это скрывала? Ну, в общем-то, вот это самое и думать, что же еще-то? Мы уже поругались с мамой из-за этого. Я наговорила ей каких-то гадостей. Теперь жалею. Бывает, видимо, не в первый и не в последний раз. Да уж. А как вам взрослая жизнь без мамы? Это оказалось совсем не так красиво и радужно, как казалось. Привет! Ты дома? Заяц, привет. А что здесь было? Ну, жду. Ну, ребята заходили, посидели немножко, расслабились. А что, прибраться трудно было? Ой, Зай, какой прибраться? Уборка – это не мужское дело. Творческая личность должна быть свободна от бытовых
мелочей. И вообще, в мастерской должен быть художественный беспорядок. Ты это называешь художественным беспорядком? По-моему, это свинарник. Слушай, не вредничай, а тебе это так не идет. И вообще, лучше иди ко мне, а? Ой, я так соскучился. Ой, не сейчас. Я просто не думала, что все будет вот так. Ну хорошо, теперь вы знаете, что с Альбертом все будет вот так. Вас уже не так привлекает перспектива с ним остаться? Не знаю. Нет, ну вы поймите, я люблю Альберта, правда? И я очень бы хотела жить с ним, и хочу, но не так. А как-то по-другому. Не знаю, может быть, мне удастся объяснить ему это как-то. И сколько вы будете пытаться, прежде чем решите, что не удалось? Как это сколько? Ну, некоторые мучаются всю жизнь. Ничего объяснить другому не удается. Они почему-то все время надеются, что когда-нибудь удастся. Вы так готовы? Если да, то пытайтесь до скончания веков. Если нет, то придется таки наметить некую точку, за которой придется признать, что старания бесполезны, он меняться не хочет. После разговора с Галиной Мария решила помириться с мамой. Алло, мам, привет. Ты как? Прекрасно. Единственная дочь наговорила кучу гадостей. Слушай, мам, ну прости, пожалуйста, я правда не хотела ссориться. Маш, я подумала, я хочу пригласить вас на обед. В субботу. Спасибо, мы обязательно придем, правда. Да, ну все, давай, пока. Наступила суббота. Мария собиралась в гости к маме. Так, ты что, ты почему еще не готов? Ну за что, нас же мама ждет к 2 часам. Зай, я сегодня не смогу, извини, у меня важная встреча с заказчиком в 3 часа. Что значит, ты не сможешь? Ну что? Ну ведь ты же обещал мне. Мы договаривались, и ты пообещал, что пойдешь. Теперь опять куда-то убегаешь. Я не убегаю, я еду на важную встречу с заказчиком. Я еду по делам. Ты же сама жаловалась, что у нас мало денег. Интересно, а что, в другое время заказчик не может с тобой встретиться? Ты свободен 7 дней в неделю. Да? А заказчик сам назначает время, место. И если я не приеду, заказ отдадут другому. Ты что, хочешь, чтобы я наплевал на большие деньги, да? Ради обеда с твоей мамой. Нет, я просто хочу, чтобы ты хоть немного считался со мной и моими желаниями. Я хочу помириться с мамой. И я хочу, чтобы 2 самых дорогих и близких для меня человека уже в конце концов познакомились. Хорошо, хорошо. Я приеду. Я обязательно приеду, но... позже, после того, как встречусь с заказчиком. Так тебя устраивает? Устраивает. Хорошо, тогда жди меня у мамы. Я тебя жду. Да. На ужин Альберт так и не пришел. Мария пыталась дозвониться до него, но его телефон не отвечал. Мам, почему ты больше замуж не вышла? Сначала все отца твоего ждала. Казалось, вернется. А потом не верила больше никому. Перегорела. Ты знаешь, одно лучше. Ни нервов тебе, ни переживаний. Да уж. Как у покойника. Нет, не знаю, это не по мне. По мне так уж лучше пусть и нервы, и переживания. Я все-таки ужасно волнуюсь. Я просто не понимаю, может быть, случилось что-то. Он все-таки на машине. Конечно. Маша, он и не собирался приезжать. Наверное, загулял. Мама, вот ты не знаешь, а Альберт не такой. Ну-ну. Так и будешь всю жизнь дергаться, где и с кем твой красавчик, по чужим койкам его вылавливать. Ладно, ты знаешь, я пойду, пожалуй, хорошо? Все, пока, спасибо тебе большое. Я позвоню тебе. Пока. Пока. Кто здесь? Солнышко, это ты? Что? Черт. Что здесь происходит? Что это? Чьи это вещи? Что?
Это что, это и есть твой заказчик? Это моя натурщица. Ты спишь с ней? Господи, какое это сейчас имеет значение? Что значит, какое это имеет значение? Ты что? Что? Ну, извини, я творческая личность, мне нужны какие-то новые впечатления. Но ведь ты же говорил, что любишь меня! Так, Зай, давай вот только сейчас без истерик, хорошо? Это я свободный мужчина, это моя мастерская, я могу делать здесь все, что угодно. А ты, да, ты мой верный товарищ, ты моя подруга, ну... Можешь возвращаться в койку к своей шлюхе. Пусть она тебе помогает. Но я ухожу. Истеричка! Марии не нравилось, что ее мать Татьяна Павловна постоянно вмешивается в ее отношения с молодыми людьми. Когда за Машей стал ухаживать модный художник Альберт Казанцев, Татьяна Павловна негативно восприняла эту новость. Несмотря на запреты матери, Мария переехала в мастерскую. Вскоре она пообещала матери прийти вместе со своим молодым человеком на субботний обед. Но Альберт не пошел с Машей. Вернувшись через несколько часов в мастерскую, Мария застала Альберта с любовницей. Как он мог? Ну я-то ведь думала, что у нас с ним настоящая любовь. А почему, собственно говоря, вы думали именно так? Какие у вас были для этого основания? Видимо, никаких. Ну и что дальше? Ну что дальше? Хорошо, что сегодня я переночевала у подруги, ладно. А завтра? Мне что, к маме сейчас возвращаться? Чтобы она сказала мне, что я тебя предупреждала? И что? Она вас против всех предупреждала. Как известно, даже сломанные часы 2 раза в сутки показывают правильное время. Или вы тоже теперь готовы решить, что мужчинам нельзя верить в принципе? А вы считаете, можно? Я считаю, что вам для такого вывода статистики недостаточно. Мария решила вернуться домой. Но ей было стыдно признаться матери, что на этот раз Татьяна Павловна оказалась права. О, Маш, привет! А ты чего сидишь? Что-то случилось? Да, так... Собираюсь с мыслями перед разговором с мамой. С гением поругалась? О, с гением все. Маш, ну, милые бронятся, только тешатся. Ладно, да, все хорошо. Лучше ты расскажи про себя, как дела? Я в институт готовлюсь. Слушай, ты молодец, а я такая неудачница. Маш, ну что ты? Ну ты умница, красавица, ну... Ну все, было? И прошло. Прости, Маш, я не хотел. Вернее, я хотел, но не так. Я хотел, чтобы и ты тоже этого хотела. А по-другому мне не надо. Сереж, знаешь, я лучше пойду. Давай, донесу чемодан. Нет, спасибо, не нужно. Я сама. Я просто пойду. Спасибо. Привет. Привет, мам. Я вернулась. Насовсем или как? Насовсем. И только знаешь, вот сейчас не надо, пожалуйста, читать мне нотации, хорошо? Потому что если ты будешь читать мне нотации, то я возьму и уйду вообще на съемную квартиру. Ты бы лучше позвонила. Я бы ужин приготовила. Да ерунда это все. Не хочу я есть. Мария заметила, что мама была чем-то расстроена. Вон, сегодня получила. А это от кого? От твоего отца. А что с ним? Хочет приехать. Ты сама прочти. Дорогая Танечка, знаю, что не имею права так к тебе обращаться. Я уже несколько лет как вдовец. Я долго не решался тебе написать. Прошу прощения за всю боль, которую я тебе причинил. Я очень хочу увидеть дочь. Кроме Машеньки у меня больше никого нет. Я не хочу его видеть. Послушай, ну хочешь... Господи, ты хочешь, я сама ему напишу, что мы...
Мы с тобой не хотим его видеть, и нам вообще от него ничего не нужно. А ты? Ты ведь хочешь его увидеть? Мам, ну я не знаю, ну просто мне было бы интересно на него посмотреть. Я постарела, подурнела, потолстела. Мамочка, ну что ты болтаешь? Ты ведь такая красивая, ну ты что? Давай мы тебе стрижку изменим, хочешь? Давай волосы покрасим, укладку сделаем, сходим в магазин, новых вещей тебе купим. Ты ведь красавица. Что ты говоришь? Ну какая же я красавица? Мамочка. Тоже скажешь. После 50 жизнь только начинается. О, Маш, доброе утро. Подвезти? Ну да, если тебе не сложно. Слушай, Сереж, у меня есть к тебе просьба. Мне нужна твоя помощь. Всегда готов. Понимаешь, у меня папа прилетает из Америки, и нужно встретить его в аэропорту. Встретим? Какие проблемы? Не знал, что у тебя отец в Америке. Да, ты знаешь, я сама не знала. В смысле? Ну так, это очень долгая история, я тебе ее потом расскажу, хорошо? Ну, может быть, как-нибудь за чашечкой кофе. Серьезно? Да. Когда? Да хоть сегодня, после работы. Так я заеду? Договорились. А что на это скажет твоя мама? Мама? Мама скажет, что я уже совсем большая девочка. Почему-то люди не любят замечать, что некоторые вещи существуют исключительно в комплекте. Если хочешь, можешь врать, но тогда придется запоминать, кому что говоришь. Хочешь быть богатым – становись. Но придется забыть о свободном времени и безответственности. Вот Мария из нашей истории тоже почему-то очень не любила комплексный подход. Ее мама придумала для нее некий идеал семейной жизни. Высокую одухотворенность и аристократизм будущего мужа. И стала мама всеми доступными ей средствами бороться за достижение Марии этого идеала. Марии мамины средства не нравились, и она решила начать жить сама. Но идеал-то остался мамин. Получила Мария желанного представителя творческой интеллигенции. Тут-то и выяснилось, что опереться на него нельзя, а в ногах он очень даже путается. Так что для самостоятельности нужны еще и свои собственные, хорошо продуманные идеалы.